Ежегодно 15 августа в России и некоторых других странах СНГ отмечается День археолога – профессиональный праздник ученых, которые занимаются раскопками и изучением вещественных исторических источников. День археолога – неофициальный праздник, однако каждый человек, который причастен к этой профессии, не оставляет этот день без внимания. Он приходится в разгар полевых работ, поэтому ученые отмечают его в профессиональном кругу, не отрываясь от работы. Традиционно в этот день люди собираются на различных раскопах, после чего проводят вечер у костра с гитарой. Для нас, археологов, это очень святой праздник, потому что я лично начал этот праздник отмечать тогда, когда пришел в археологию, в 1986 году, когда впервые ребенком, школьником пришел в экспедицию, которая работала рядом с нашей деревней, как бы сказать, прибился к этой экспедиции. На самом деле праздник очень красивый, очень интересный, и археологи, как народ творческий, любят отмечать его необычно. Некоторые уходят в такую своеобразную этнографию, некоторые отмечают по древним традициям, где проводят раскопки. В частности, здесь проводят раскопки сармат, то есть каким-то по сарматским традициям, по скиф-сарматским традициям. То есть они садятся возле костра, проводится такая тризна, проводится такое пиршество, там сидят они, вечная игра на гитаре, это костры, это звездное небо. Это все очень интересно, очень красиво, и поэтому многим нравятся вот эти праздники, но вопрос не праздник, потому что это очень тяжелые трудовые будни. Казанский федеральный университет много лет ведет активную археологическую работу. Помимо того, что в университете готовят будущих археологов, здесь же студентам дают возможность подкрепить свои теоретические знания практикой. Так, в июле студенты первого курса Института международных отношений Казанского университета провели свою первую практику на раскопах в Беляре. В течение недели студенты по крупицам собирали историю белярского городища. В ходе практики юные археологи нашли различные фрагменты металлических шлаков и керамики. Для наших археологов, особенно я рекомендую наш, на самом деле, Казанский федеральный университет, я говорю очень серьезно, потому что у нас, во-первых, есть у нас есть самые лучшие кадры, есть определенные навыки наработки, которые мы применяем в жизнь, и есть очень сильные, мощные аппараты, которые куплены в рамках средств Казанского федерального университета. Помимо этого была проведена экспедиция на территории Хабарлинского района Астраханской области в окрестностях села Лапас. Место проведения экспедиции выбрано не случайно. По предположениям археологов, здесь находился город-некрополь, который был создан в первой половине XIV века, а точнее 1320 по 1330 год. Территория некрополя – уникальная площадка для изучения специалистами разных научных направлений. На территории раскопа была проведена расчистка северного угля мавзолея и фиксация пола внутренней его части. Один из типов этого мавзолея как раз и есть тот мавзолей, куда мы выезжали в этом году со студентами на практику в Лапас. То есть если мы говорим про данный тип мавзолея, то мы зацепили только северо-восточную, северо-западную стенку данного мавзолея, когда мы будем смотреть вот здесь. То есть, и дальше нам, то, что мы вот с нашими корреспондентами, с нашими студентами смотрели, дальше нам, то есть вот мы зацепили только вот эту часть, а дальше нам предстоит раскопать вот эту большую часть. То есть только, по вашему счету, мы стоим только в начале данных раскопок. Отметим, что Казанский федеральный университет планирует и дальше развивать археологическую деятельность. Специалисты университета уже разрабатывают план на следующий год. Ведь благодаря археологическим раскопам мы можем восстановить утерянные части истории нашей Родины. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз.